школу. Расскажи мне, ты пойдешь в школу? Да. Какой класс? Ну, перейду во третий. В третий. Какой у тебя любимый предмет? Математика? Ну, еще не знаю. Еще не определился? Нет, значит, у меня все. Ну, а что тебе больше всего нравится в школе? Всем привет, это мы Twins Fun Life. Мальчишки только что вышли с кастинга. Понравилось вам? Да. Пожелайте нам удачи. И пойдем сейчас гулять. Нет, домой. Домой? Да. Илюха хочет кушать. Домой. Причем желательно не дома, да, Илюха? Ванька хочет домой? Да. Ну что дома, зайчик мой? Я хочу не дома, то в ресторане. Мы гуляем, вот каких нашли ангелочков. Классных. Это мой любимчик будет. Ваня собой. Хотя мне вот эти нравятся, такие няшечки. А мне нравится милашечки. Это. Няшечки-милашечки. А теперь мы знаем, где бабушке покупать подарок на день рождения. Или да. на какой-то день. Цветочный магазин. Котики, моркотики. Хотя посмотреть. Посмотрел? Что там интересно есть-то там? От лягушки, видите, какие. Хлопушки. Лягушки из Титаника. Кукусики! Мальчишки вон играют на улице. У нас наконец-то немножко вышло солнышко. Нет, не надо мне яблочко забрасывать, спасибо. Обойдусь как-нибудь. Да. А я тут рисую. Сама не знаю, что. Может, вы мне скажете, что я тут рисую? Вот такие какие-то лавандовые фантазии. Что? Мама, я пойду на другой бок, ладно? Хорошо, давай. Уже вроде и лето не жаркое, а трава вон вся выгоревшая, весь палисадник с сухой травой у нас. Как-то так. Печальненько. И что я тут рисую такое? Вот как-то так это все выглядит. Почему-то вот камера плохо передает цвета, которые на самом деле немножко более насыщенные цвета у картины. Как куда вот. Как-то так. Напишите в комментариях, нравится вам такое творчество? Экспрессионизм. Или нет? А я буду работать дальше над своим шедевром. Ванюшка пришел с улицы и спас, говорит, боже, ноги у тебя грязные, дружок. Да. Спас с паутины вот такую букашку. Говорит, она к нам привыкла. Вообще не улетает. Может быть, у нее что-то поранено? Не знаю, крылышко. Крылышко поранено, да? Ты мой зайчик. И что же мы с ней будем делать теперь? Не знаю. Буду вать ее цветочками. Надо вать цветочками. Ты мой добрый мальчик. А где ты поранился уже, височек? Тут? Я не знаю. Аккуратненько надо быть. О, прикольненькая картинка. Прикольная картинка, да? Нравится тебе? Да. Уже закончила. Мама уже, видишь, к другой приступила. Уже такой? Второй рисует. Такое лишь такое? Да. Это из OLX. Да? Да. Ну хорошо, иди это. Гулять. Ухаживай, да, за своим животным. Да, не животные. А у нас тут радуга сегодня. Ура, ура, ура! Я, наверное, не видно. Видно, вот немножко видно. Вот она такая, среди туч, красавица. Сверкает у нас, да? Да. Класс? Да. А мы с мальчишками готовимся. И завтра пойдем играть в квест. Хотите? Да. Окей. Давайте готовить. Поможете мне ужин приготовить? Зачем? Ну как зачем? Ты сама все сделаешь. Ну, мне нужна ваша помощь. Я без вас никак не справлюсь. Да. Я хочу приготовить рататуй. Поможете мне? Какой рататуй? Рататуй. А, в тот, да? Да. Нет. А, мы будем нарезать, да?
Да, будете нарезать. Я люблю резать. Ура! Так что, поможешь мне, мужик? Порежу все на... Давайте тогда готовить рататуй, я пошла мыть овощи. Все нахрен я порежу тогда. Вот, кстати, еще одна картина, которую я нарисовала. Макру. И мы с мальчишками идем готовить ужин! Ура! Так, ну что, мальчишки готовят ужин. У нас сегодня будет рататуй. Так, Илюша, потоньше колечко режь. Это очень толстое. Смотри, пальцы аккуратно. Вот так. Пальцы. Вот так я... Да ты ж наискось режешь. Не, мне больше колечки, чем у тебя, мама. Ну, чуть-чуть потоньше старайся, значит. Давай. Будем готовить рататуйчик сейчас. Нарезаем все колечками и выкладываем вот сюда, вот так вот, поочередно. И также сюда добавим моцарелку. Вот у нас есть вот такая моцарелла. Вот она сухая. Ее очень хорошо добавлять, она хорошо плавится. И в конце уже, когда спечется, добавим петрушечку. Вот у нас еще есть петрушечка. Мама, нам только отсюда сок выливается. Сок, ничего страшного. Сок мы потом сольем сюда. Так, включаем духовку нашу на... Пока что на 200 градусов, пусть разогревается. Мама, вот. А как с хвостиком делать? Хвостик аккуратненько нужно обрезать. Я пока что режь, у тебя тут еще... Это очень толсто ты отрезал, дружочек. Не, уже оставляй, вот режь, как я тебе показала, вот такие эти. Давай. Да я же съем. Ну, это сырой баклажанчик. Ничего. Так, Илюша, хорошо, да, Илюня, только попочки надо отрезать у помидорчика. Это видишь, зеленая попка? Ее надо вырезать. Ладно, сейчас мы вырежем. Оставляй. Сейчас я помогу тебе, зайчик. Хорошо. Я опять режем дальше. И выкладываем вот такой вот красивой дорожкой. Мама, а сейчас я правильно обрезала? Угу. Мама, сейчас, сейчас слишком тонко. Ё-моё! Окей, так, сейчас выкладываем и включимся, покажем вам. Он же сырой! Чудик! Так, ты не мотыляй ножом, пожалуйста, давай готовь. Режь, Ванёк! Вон Илюха как усердно старается над баклажаном. Мама, смотри! Давай, дурында, режь. Илюха, ровненько мы режем. Что это наискось? Одно сгорит, а другое сыром будет. Давай ровненько. Во, молодец. Это лучше. И такая у нас красотища получается. О, красотища, красотень. Вань, не пилять надо помидор, а резать колечками. Разницу чувствуешь? Чувствую, потому что колечками резать это не разрезается, а вот пинать это уже тоже не получается. Давай, то Илюха, он уже баклажаны нарезал на целую армию. А я еще на целую. Помидор разделять нечем. Давай, режь помидор. Так, все, мальчишки. Готово почти. Давайте теперь осталось посолить. Что? Да ты меня целуй. Ты мне по носу дал. Так, Илюня, бери. Давай сейчас вот соль. Сейчас я солю. Ванька, вот видите, как красиво получилось. Мы еще потом, когда оно запечется, в конце это... Петрушечкой, да, будет зелененькая, будет вообще красота. Так, кто у нас перчиком? Перчить кто будет? Я. Держи. А как? Вот, крутишь. Здрасте, ты что, перечницу первый раз в руках держишь? Поворачивай, вниз переворачивай, вот так. О, и перчи, давай. То смелее. Давай. Да побольше. Еще, давай, дружок. Такой свет у нас сегодня, что-то плохой тут. Вроде все лампочки горят. Давай. Не бойся. И так, чтобы везде. Видишь, не только посередине.
Ну а да, вон, еще вот тут. В этом ряду почти нету перца. Так, а Илюша чесночок. Вот у нас такой есть чеснок сухой, сушеный. Подрыбленный. А, его тоже надо? Он уже открыт. Вот так же самое, как Ваня. А в ту же саму? Все, Ванек, хватит. Не переусердствуй, а то потом и в рот взять не сможем. А мы, а вот это, а в тоже? Да, любую. Пробуй там какую. И полить надо будет это все сейчас. Вот у нас оливковое масло. Я полю. Хочешь полить? Ну, на, поливай. Дайс? Да, вот так вот аккуратненько. Все, Леня поперчил? У меня не получится. Ну, Легонечка, ты сильно не переворачивай бутылку, а чуть-чуть. Давай. Отбей? Ну, давай, смелее. Оп. Давай, 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 давай. Все, молодец. Мама, а видишь, это, все получилось. А это можно есть сушить? Сухой перец, да? Давай. А это? И, так это же он и есть. Давай, пробуй. О, я уже попробовала этот чеснок, а это я еще не пробовала. Так, и вот у меня еще есть приправка прованские травы. Тоже добавим. Сейчас сюда. Что, печет? Ваня, ты же футболку ешь. Идет перчик, да? Угу. Хочу попить. Ванька побежал воду пить. Так, бросаем теперь. Ой, прованские травы. Давай. На. Давай сам. Аккуратненько только, чтобы вот так оно равномерно и по чуть-чуть. Давай. Илюшка, молодец. Все, вот такая красота у нас сейчас отправляется. Куда? Духовку! Духовку! Правильно! Ура! Ням-ням! Не забудьте нарезать сыр! Открывай духовку, Ванек! Не забудьте нарезать сыр! Да, у нас тут сыр, баклажанчики и помидорчики. И зелень, травки сушеные. Подожди, мама, а Настя? Перчик, солька. А открывай, лук? Как? Мама, вниз. А лук вкусный! А лук вкусный! Ух, горячо тут уже, да? Духовка наша уже разогрелась. И отправился туда наш ужин. Ты что, замерз? Отпускай. Оп. Очень горячо. Все, скоро будем. Боюсь. Там-тарин-там-та-да-да-да-да-дам. Наш ужин уже готов. Ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням. Ура! Готово! Садимся ужинать! Прикольно! С зеленью. С зеленью, да. Оп, оно скреплено. Мне все ложит. Приятного аппетита! Это рецепт. Какой рецепт? Кто рецепт? Где рецепт? Для наших зрителей дали. Для наших зрителей рецепт. Зрители, смотрите это и записывайте. Это тоже кулинарное видео. Да. Всем приятного аппетита и пока-пока. До новых встреч. Всем хорошего настроения, отличных солнечных дней. Пока-пока.